Всем привет, дорогие друзья! Недавно в Москве были запущены речные электросуда, в скобочках «аквабусы». И вот совсем недавно запустился второй маршрут от Печатников до ЗИЛа. Сегодня мы проверим, быстрее ли на нем добраться от Печатников до Южного речного вокзала. В нашей гонке будут участвовать три вида общественного транспорта. Ярослав поедет на аквабусе, я поеду на автобусе, а Владимир поедет на метро. Как вы уже поняли, самый простой маршрут среди всех будет у аквабуса. Мне нужно будет просто сесть на причале в Печатниках и доехать до Южного речного вокзала. Володя же, который поедет на метро, необходимо будет пешком дойти от причала Печатники до станции метро Печатники и сесть на большую кольцевую линию, по которой он доедет до станции Каширская, перейдет на Замоскворецкую линию, доедет до технопарка и потом от технопарка пешком пройдет до Южного речного вокзала. Ну а Данил дойдет пешком до остановки Лицей, сядет там на маршрут С-790, на котором доедет до станции метро Кожуховская, там пересядет на 831 автобус, который довезет его до Южного речного вокзала. На часах 9:46 мы начинаем нашу гонку, я иду на аквабус, а ребята вошли, Володя на метро, а Данил на автобус. Вот такой он причальчик, в целом они такие же типовые, как и были раньше, вот там чуть-чуть подальше вход, и сейчас я буду заходить на причал. Поеду я сегодня на аквабусе с названием «Филька» от Печатников до Южного речного вокзала с заездом в Нагатинский затон. Ну и посмотрим, насколько этот вид транспорта быстрый. Итак, я сейчас с Данилом 96 идем пока что вместе. Ярик пошел на аквабус, у него отправление через 15 минут. И мы сейчас пока что вместе идем. Данил едет на автобусе, я еду на метро. Сейчас для того, чтобы мне прийти к станции метро Печатники, мне нужно пройти через парк Печатники, а затем по улице Гурьянова уже к вестибюлю станции Печатники большой кольцевой линии. Я иду так же, как и с Владимиром, одним же маршрутом, как говорится. Я иду до остановки «Мемориал», буду ждать автобуса. Автобус у нас номер 790, едем до метро Кожуховская, делаем одну пересадку и едем на втором автобусе 831 до ЮРВ Элисок, Южный речной вокзал. Вот туда ребята пошли, вон Володя в красной куртке, я не знаю, видно вам или нет, а я захожу пока что в причал. Вот так вот будет выглядеть мой сегодняшний маршрут от Печатников через Нагатинский затон до Южного речного вокзала. Я сейчас уже потихонечку выхожу из парка, и мне нужно сейчас будет на улице Гурьянова повернуть налево, вот, а потом направо, и уже там будет вестибюль станции Печатники. Вот туда мне сейчас надо будет уже поворачивать. Итак, мы вышли из парка, улица Гурьянова, вот такая красивая церковь, и типовые красные дома. Остановочка находится с левой стороны по этой улице, мне нужно перейти по пешеходному переходу. Вот такой вот выглядит причал. Я нахожусь немножко такой на террасе. Вот этот район Нагатинский затон на другой стороне реки. И достаточно до него будет достаточно удобно добираться вот жителям, например, вот этих вот домов. Ну а мой путь лежит вот туда вот. И где-то там находится Южный речной вокзал. Карте Печатники вон туда, налево, ну левее немножечко. Собственно, я пока что еще иду вместе с Данилом 96. Он идет до остановки, как я уже говорил, а я иду до станции. Итак, все, мы расходимся дорогой. Владимир пошел к метро. Вот он мой светофор. Мне нужно перейти на другую сторону, улицу Гурьян. Остановочка. 790 автобуса вон там. Так, ну что ж, с опозданием 10 минут мы заходим на аквабус и располагаемся в нем. Я уже подхожу к вестибюлю станции Печатники. Вот она. Ярик, скорее всего, уже отправился на аквабусе. Буквально минута прошла по расписанию. Вот. А я сейчас захожу на станцию. Так, заходим. Вот он, 590-й. На него садимся. Автобус Нефас 599. Поехали. Я расположился здесь на откидных сиденьях, вот таких вот, и я так понимаю, сейчас уже посадка, да, заканчивается, и мы отправляемся в сторону, ну, ЗИЛа, но я еду до Южного речного вокзала.
нахожусь на станции Печатники, и мне нужно сейчас проехать по БКЛ от станции Печатники до станции Каширская. Двери закрываются. Следующая станция – Нагатинский затон. Платформа справа. Автобус С-790 делает заезд к проектируемому проезду к остановке электродепо Печатники. Далее разворачивается и возвращается обратно к Южно-Портовой улице. И далее следует по своему маршруту. Следующая остановка – Южный порт 2. Сейчас мы с вами заходим в Нагатинский рукав, то есть это не основное русло, скажем так, а сокращенный вариант. Основное русло идет вот туда вот, мы заходим, вот это остров Бобровый вы сейчас видите. Мы заходим еще левее в Нагатинский затон сам, вот он здесь вот такой вот. И там у нас будет еще один причал, на котором мы сейчас с вами будем подъезжать. Нагатинский затон, платформа справа. Новостроечки. Следующая остановка метро Кожуховская. Следующая моя остановка. Если я правильно понимаю, Данил 96 сел вот на этот автобус 790, который сейчас подъехал в Кожуховск. Здесь у него пересадка на 831. Скажем спасибо автобус С-790 за поездку. И мы идем на вторую остановочку 831 автобуса, который находится напротив. 831 в данный момент вот здесь, он только будет сейчас подъезжать. Остановка у него вот эта. Вот, вот он, второй автобус 831. Тоже не фазик. Но круто, садимся. Полностью пустой автобус. Кайф. Едем. Володя в данный момент, скорее всего, едет активно по БКЛ. Возможно, он уже на Нагатинской затоне. Ну, стартанули мы в 46, допустим, 20 минут надо идти. Это получается, что в 9, ой, в 10, ну, 10 минут назад он был на Печатниках. Даже, скорее всего, уже подъезжает к Каширской. Станция Каширская. Переход на Замоскворецкую линию. Перехожу на станцию Каширская Замоскворецкой линии в сторону центра. Я перехожу на другую платформу. И мне сейчас нужно будет проехать до станции Технопарк. Вот мой номерной ей. Я им в чат написал то, что у меня автобус задерживается до 10:30, но пока они не прочитали. Я обоим написал. Может быть, это, скажем так, скажется на их скорости. Ну, в плане того, что они будут думать, что как минимум не третий они приедут. Осталось ехать совсем немного. Могу предположить, что на данный момент, сейчас время 10:20, Ярослав уже ведь на аквабусе. Наверное, уже первая остановка у него, ну, ой, Нагатинский затон, следующий как раз Южный речной вокзал. Он тоже на полпути, ну и Владимир тоже сейчас, наверное, на Каширке сделал пересадку за Замоскворецкую линию, едет в сторону технопарка. Но еще ему придется от метро пешком идти, тоже прилично, но думаю справится. Южный порт. Впереди виднеется причал Нагатинский затон, сейчас мы к нему подойдем.
Здесь у нас небольшая стояночка будет. Ну, главное, для посадки вестки пассажиров, но, насколько я вижу, там никого нету, поэтому, возможно, мы здесь не очень долго простоим. Красивые виды Нагатинского метромоста. Посадка окончена, мы сейчас будем отправляться, и я думаю, что через буквально минут 10 мы уже сможем приехать. Володя, скорее всего, сейчас на технопарке и начинает свое движение в сторону Южного речного вокзала. Идти ему там порядка 15 минут, поэтому у нас есть шансы его опередить. Технопарк, и теперь мне нужен выход номер 8, с которого я потом пойду до Южного речного вокзала. Итак, мне показывает, что идти мне где-то 10 минут примерно, ну примерно 10-12 минут. Посмотрим сейчас, конечно, может быть побыстрее приду, вот, может помедленнее, не знаю, но осталось совсем чуть-чуть, я почти у цели. Данил 96 сейчас пересекает по мосту Кожуховский Затон. Едем по Кожуховскому мосту через Затон. Вот там уже виднеется огромное здание парка острова Мечты. Я уже вижу здание вокзала. Вот. Так что осталось пройти совсем чуть-чуть, я уже на месте буду. Ну что ж, я подъезжаю. Вот уже начинается территория Южного речного вокзала, вон он сам. И мне его надо будет сейчас обойти. У нас финиш возле часов. Сейчас будем стыковаться. Прямо передо мной Южный речной вокзал. У нас встреча вот около этой вот, ну как, часовня, вышка. Что это, как это правильно называется? Вот прямо вот на этой вот площади там, скажем так. У нас встреча. Посмотрим сейчас, что вообще из этого получится. Так, скажем спасибо автобусу 831. Очень быстро добрался. Вот он, финиш гонки. Итак, я на месте. Я прибыл первым. Время 10:26. Стою возле часов здания Южного речного вокзала. Так что ждем Владимира и Ярослава. К сожалению, большому сожалению, я уже не первый, а я уже второй. Ну что ж, мне не суждено быть первым никогда. Ну хотя бы не третий, уже хорошо. Ну да, как говорится. Хорошо, что я не третий пришел. Давай. Я уже тут полчаса как стою. Полчаса? Под дождем, да. Я даже не заходил внутрь. А, Ярослава сейчас будем ждать. Подождем? Не знаю, он вроде мне написал, что он на 10:30 поехал. Да, у него отменили, а вот сейчас собираюсь, что он еще едет, скорее. Может, его встретим возле станции? Так, мы прикалываемся на 2:00 опять. Сейчас Данил вышел на улицу, потому что теперь я еще не приехал. Вот они сейчас там должны выйти. Я в вокзале был в самом ЮРВ. Сейчас они, я так понимаю, пойдут к причалам. Опа! Хай! Опа! Откуда ты? Здравствуйте! Здравствуйте! Здорово! Че, второй, да, пришел? Вроде, да. Он меня полчаса ждал. Я его полчаса ждал, да. Прикольно, да? Но ты не второй, ты третий. Вот так вот. Ты меня обманул. Я минут 15 назад приехал. А вот и причаливает аквабус, на котором едет Ярослав. Вот там я уже вижу Данил 96, но он вроде бы один стоит. Возможно, я приехал вторым. Так, ну что ж, я выхожу из причала. И давайте смотреть, каким я по итогу пришел. Встречаем Ярослава.
Здорово. Здорово. Так, ну ты, скорее всего, первый, да? Угу. А Володя приехал? Не знаю, нет, не видел его. Ну что ж, по итогам сегодняшней гонки... Прибыл первым автобус. Вторым аквабус. А третьим метро. Ну, если вы хотите добраться от Печатников до Южного речного вокзала, то в целом аквабус достаточно неплохая альтернатива метрополитену. Но автобус у него выигрывает. Ну что ж, вот такая вот получилась сегодня гонка. Спасибо Владимиру Метроград и Данилу 96 за участие в ней. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.